прибыли в Москву. Москва, звенят колокола. Вот столица нашей родины. Красавица. Я все проездом здесь бывала. А сейчас чисто хочу ее посмотреть. Бедненько. Она сильно-пресильно изменилась, похорошела. Все тот же универмаг московский. Памятник Ленина. Ярославский вокзал. Так, надо бы нам найти, куда бы нам сходить на экскурсию. Может, есть автобусная? Сейчас выйдем туда, в город, и посмотрим. Может, кто-то что-то будет предлагать. Театральный концертный зал. Так, вот Казанский вокзал. Площадь трех вокзалов. Вот это Ленинградский вокзал. Ну, трактор тут ко всему. А это Ярославский. Метро. Московское движение. Сумасшедшее. Или пробка. Да уж. Ох. Сколько народу, сколько всего. Мы живем в тишине, в своем доме, в деревне. Красота. А тут, ну, народ привыкает, наверное, и к такой бурной жизни. Все бурлит. Ох, да что, все красиво-то. Едем в метро. Хотим съездить на Красную площадь сегодня. Ну и как, я не знаю. Ничего не понимаем с мужем. Куда идти? Вот сейчас куда-то поехали вниз. Там, наверное, электрички ходят. Нам надо до охотничьего ряда, мы выяснили. Муж шел через... Ладно. Такая движуха, я прям даже теряюсь. Куда, что, указатели особых не понимаю, что, чего, где написано. Ну ладно, может, мы опять не туда сейчас приехали, может, не в ту сторону. Нам надо до охотничьего ряда. Там находится площадь революции, там вроде как Красная площадь, мне сказали. В общем, мы сейчас только что ехали вниз, сейчас почему-то мы снова едем вверх. Мы закрутились, путаемся, куда нам ехать. Ну ладно, покатаемся в метро. Давно этого не было. Шикарно. Мы все-таки приехали погулять по Москве, надо и покататься по метро. Может, через полдня что-нибудь и найдем правильный выход. Едем, да? Да? А что народу-то так много? В этих. Маски никто не носит. Масочный режим снят, по-видимому. Приехали на станцию Охотный ряд. И тут вот написано Красная площадь. Там она. А сейчас поднимаемся вверх, и я думаю, что мы выйдем уже на Красную площадь. Правильно? Правильно, правильно. Ой, я что-то тебя это увеличила. Ну вот, на канале, накатались на метро. Где тут поезда-то? Ой, как они часто ходят, электрички, да? Заметьте, и в электричке никто не сидел, а я в маске.
Муж и то без маски. Надеюсь, что сейчас выйдем мы на Красную площадь, погуляем там. Ой! Вышли из метро и попадаем вот на такую красоту. А вот там, наверное, Кремль. Сейчас пойдем гулять. Памятник Жукову. А вон какая-то экскурсия, что ли, там говорит. Да, мы приглашаем на автобусную экскурсию. А, давайте.